Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды. Лига мастеров 2 звезды. Я смотрю, Лига мастеров 1 звезда, то есть меня сбросили все-таки, да? До одной звездочки, ладно, ничего страшного. Я думаю, сейчас мы быстренько поднимемся. Ну, в топчик, конечно, не обещаю, но... Солидное место мы точно с тобой займем. Это однозначно, и никуда оно от нас не денется. Ну что, берем бой. Кстати, у нас здесь... Есть телепорты на розыгрыш. К тому же еще на испытаниях, друзья мои, у нас черепашья буря. Она еще открылась в пятницу. Ну, я в пятницу был занят, поэтому проходить будем его сегодня. Ну и давай посмотрим, где мы на турнирке. Да, Лига мастеров, 46-я позиция. Начнем-ка мы, пожалуй, с ежедневок. Пройдите серию испытаний. Обожаю проходить серию испытаний, друзья мои, потому что я их прохожу уже практически с закрытыми глазами. Ну что, поехали. Так, и тут у нас Ванька, собственной персоны Ваня-стиранка стоит. Стоит и ушами шевелит. Так, может быть, давай просто его бомбанем, да и все, не будем тут. Лео, ты че, припух что ли? Ну-ка, Макмен, разберись, отлично. Пробивной. И еще один пробивной, нормально. Так, переходим на последнюю волну и смотрим, кто же у нас тут? А у нас здесь мутагеноид, собственно, персона, и Макмен. Поэтому начнем с Макмена. Да ёк-макарёк, что такое за невезение-то? Все, отдупился парнишка. Ну, а теперь сам мутагеноид, собственно, персона, за которого я сейчас с удовольствием возьмусь. Топотун. Ой, подожди, какой маузер? Ну, твою ж налево. Забыл поменять приоритеты. Ну, в любом случае, друзья, Макмен. Мутагеноид пал у нас. Ну что же, мы с тобой завершили серию испытаний. Заберем наградушку теперь. И, кстати, нам нужно открыть пак, насколько я помню, в магазине. Подожди, что ты делаешь? Рэй, хорош, ё-моё. Подожди, а пак-то где у меня? Эй-хей-хей-хей. Посмотреть видео. А, пак уже забрал я. Да, я просто днем немножко заходил в игру. Но игру саму не сворачивал, поэтому, ребят, и забыл, что у меня колода уже открыта. Ну что ж, давай тогда сделаем с тобой поединки. Сразиться, ну, в сложных боях и в легких боях. И опять же, в этом будет участвовать у нас именно Крэнк. А нужно нам 10 ящиков с инструментами. Так что поехали. Будем сейчас, надеюсь, их хорошо находить. Но, как видишь, за 3 попытки только один ящик. Это очень маленький слабый показатель. Так, сейчас 2 ящика в данный момент у нас крутится. Ага, нужно еще 8. Да ну, хорош, ящики с инструментами всегда выпадали вообще идеально, ребят. Так, вот 4 уже. В данный момент 5 6. Так, 6 ящиков. 7 7, 8 9. И последний ящик. Все, ребят, 10-й ящик. Прокачиваем туз в рукаве до 6-й ступени. Ну что я тебе скажу, следующее, что нам нужно прокачать, это тело андроида. Ну, в принципе, на начальных порах тут ничего сложного нету. А что он нам дает? Костюм Крэнга имеет несколько защитных систем. Вероятность 15% отразить во врага 25% нанесенного им урона. То есть, если по нам дамажит, мы можем 25% вернуть в того, кто нас бьет. Получается так, друзья мои. Это, кстати, очень полезная штука. По-моему, типа такого перка есть у Шредера. Так, и поднять уровень персонажа. У нас хватает мутагена, чтобы... Да, хватает. И мы прокачиваем нашему Крэнгу 91 уровень. И добираем тут остатки. Ну что, друзья мои, теперь давайте-ка, наверное, начнем с испытания. Да, черепашки, как говорится, у нас тут... Набираем с тобой команду. Тут у нас будет уже Крэнк. Он 91 уровня. Надеюсь, он меня не подведет. И все будет здесь у нас сыграто просто на ура. Ну что, шипы, наверное, хотя стоит здесь сделать, потому что здесь Микеланджело. И как бы он меня немножко смущает. Больше, конечно же, никаких проблем не должно быть. Это у нас черепашки фильм. Так что провокацию, я думаю, не стоит нам здесь брать.
Иначе они быстренько с нами тут разберутся. То есть они вначале уничтожат провокатора, а потом уже будут разбираться со всеми остальными. Поэтому я попробую. Ну, слушай, неплохо довольно идем. Минус Рафаэль. И здесь у нас черепашки. Угу. Так, ну что, давай, наверное, сделаем смертельную волну. Попробуем. Не особо, да? Хорошо, конечно, сработало. Но Донателло упадет, это однозначно. Давай-ка мы, наверное, Рафаэля бомбанем. Так, добьем Леонардо. Ну, придется до еды не добивать. Я уже думал, что он от постепенного урона упадет, но нет. Так, и здесь у нас классические черепашки. Я думаю, здесь достаточно будет гранатомета. Да. Ну, вот как-то так, ребят. Прекрасно, прекрасно у нас получается. Мы переходим. А куда мы переходим-то? Мы переходим с вами на вторую, ребята, битву. 60 долларов в карман. Ну, осколки нам не особо нужны. Так, здесь у нас будет 75 жетонов. Кстати, 75 жетонов. Ого-го. Знаешь, что это значит? Что мы с тобой сможем купить ДНК на коже голова. Да-да-да, именно на него. Ну что, друзья мои, давайте начнем, наверное, с наших шипов. Так, ну здесь постепенный урон у всех, поэтому давай вот так вот возьмем провокацию. Долбанем сюда немножко. И Леонардо подобьем тоже. Так, ну что, опять у нас черепашонки здесь, да? Ну что вы, что вы? Так, Донни, этот все упадут, остается только лишь Рафаэль. Ну, давай вот так вот сделаем. Приходится их все время добивать. Так, это у нас черепашонки-оригиналы. Ну что ж, давай попробуем, наверное, пулеметную дробь сделать. Угу, а если вот так? А если еще вот так? Все, идеально. Ну что, и последняя волна. Здесь у нас черепашки-видения. Давай вот так, наверное, сделаем. Теперь попробуем хитрую подляночку сделать. Не особо, конечно, мощь сработала, но, тем не менее, они получили, ребята, возможность, как говорится, не вешать на себя иммунитет. Это, так скажем, антииммунитет. Повесили мы на них. Ну что, и получается у нас, друзья, последний эпизод. Это именно третий. Давай быстренько здесь прошуршим. Тут 6 волн, как ты понимаешь. Встречают нас черепашки, ролевики. Так, Рафаэль, ну да, ребят, Рафаэль на своем 80 уровне, он довольно неплохую имеет инициативу. Но он и в те разы тоже неплохо, ребят, бомбил. Но ну, попробуем Донни сейчас. Ага, Донни упал. Эти, естественно, постепенки падают. Добить еще пришлось, но здесь у нас классика. Нет, это не классика, ребят, это у нас шпана. Шпана подзаборная, понимаешь? Ну-ка, Крэнк, давай. Мне так не по нраву. Раз. Давай-ка мы вот сюда вот клинки шмальнем разочек, да? Все. Ну что, Рафаэль, пора валяться. Переходим с тобой на третью. Вот это уже, да, это уже классические черепашки. И с ними надо, ребят, пожестче, понимаешь, пожестче. В конце нас будут поджидать. Какие черепашки, знаешь? Конечно же, черепашки из космоса. Так, переходим на четвертую волну. Здесь оригиналы. Здесь нас поджидают оригиналы. Я, наверное, сделаю вот так вот, чтобы у нас хилочка была. Плюс ко всему я, наверное, возьму. Не, не буду я брать провокацию никакую. Давай сделаем так. Пулеметная дробь от Ваньки Стиранка. Плюс. Блин, Леонардо, конечно, надо было добивать, ребят. Но у него, я знаю, что у него есть отложенная смерть. Это точно тебе говорю. Поэтому давай-ка мы, наверное, вот так попробуем. Да что ты? Чего он такой крепкий-то? Вот, он берет провокацию Леонардо. Это ожидаемо, если честно. Теперь смотри. Видишь, он не упал. Вот об этом я тебе и говорил. Слушай, а зря, кстати, Рафаэль вот так вот делает. Он снимает очищение. Ой. Блин, попадите по нему. Ты, вот как это назвать, друзья мои? Вот, пробили. Ну а сейчас добьешь ты его?
Замечательно. Это мы только на пятую волну переходим. И здесь у нас черепашки видения. Как-то тяжело идет бой, если честно. Так, постепенко, постепенко. Давай, наверное, мы вот сюда ударим. Обязательно добиваем. Так, теперь вот с этим надо. Окей, и теперь сюда. Давай, наверное, вот так вот. Туз в рукаве сделаем. В принципе, они не жильцы уже, все. Ну и последняя волна, это уже где черепашки космические у нас. Вот они, 4 штучки. Они в меньшинстве здесь, потому что их четверо, нас пятеро. Окей. Здесь они все, ребят, под постепенным уроном, но бить следует того, у кого больше хп. Потому что вдруг его постепенка не добьет, поэтому как бы вот так лучше будет. Окей, теперь давай бомбочку сбросим. Все. Проще, чем когда-либо. Ну, ребят, мы с вами прошли это событие и, соответственно, двигаемся в дальнейшем направлении. 100 жетонов, 20 долларов. Вообще награды, конечно, здесь шикарные, если честно. Здесь можно фармить монеты, ну, ребят, вы понимаете, 90 монет? Ну, ты понимаешь, тут шанс 90 монет получить очень, наверное, маленький, потому что здесь очень огромный выбор черепашек. Поэтому вот как-то так. А что у нас тут за эпизодик? Дай-ка я посмотрю. Блин, конечно, выбор не особо такой хороший, если честно. Но можно глянуть. Блин, я... Глянуть и нажал, главное. Ну ладно, 3 волны. Попробуем сейчас мы все это дело разрулить. Естественно, начну я, пожалуй, с Маузера. Так, а он не стал бафать, да, оказывается? Ладно, нам это на руку. Ну куда ты лезешь? Куда ты вот лезешь, Аркаша? Ну... И именно майки бомбят, а? Ну, как ты понимаешь, пробить у них ничего не получилось. Давай, наверное, так сделаем. Посмотрим. Хлоп. Да, и они еще и выжили при этом. Но зато с пониженной броней. Ну что, двигаемся дальше. Это у нас вторая волна из трех. Здесь вот такие вот архаровцы у нас стоят. Начнем с сюрикенов. А сюрикенов им было недостаточно. Я возьму, пожалуй, провокацию на Рафаэля. И что? А что нам здесь сделать? Ну, давай вот так вот. Просканировали. Так, тут, конечно, меня немножко напрягает. Попробуем лупануть. Ага, пробили. И вертушкой, само собой. Так, и переходим с вами на последнюю, третью волну. Здесь у нас тот же самый коллектив. Надо было Бакстером валить. Опять поспешил немножко, да? Ладно, массовых атак нету. А если мы вот так попробуем сделать? Четенько. Прям вот великолепно сделали. Теперь надо, наверное, тигриного когтя ушатать. Ну, в принципе, мне кажется, он не жилец, потому что на нем висит постепенный урон. Вот этого вот гаврика бы надо как бы приструнить чуть-чуть. Зная его выкрутасы потом, брейкданс свой станцует, и все, и фиг ты по нему потом попадешь. Так, острозуб, точнее, саблезуб подбит, и остается у нас Рокстеди. Рокстеди берет свою горелку, и, соответственно, ничего у него не получается. Даже постепенного урона он не повесил, ну, а мы проходим первую часть, которая состоит у нас вот это событие из трех частей, напоминаю. И, соответственно, с каждым, по-моему, будет уровень все выше, выше и выше. Снаряжение клан Фуд. Переходим, у нас хватит там. Ну, пока сырка хватает, так что... Тот же самый, ребят, коллектив, только единственное, что они были 70-ники, теперь 80-ники, и в конце, по-моему, будут 90-го уровня. То есть постепенно, постепенно они будут усиливать свою мощь. А волны, как было 3, так 3 останется. Смотри, баф все-таки сделал, да, на ускоряшку. А этот на хил. То есть хильнуться он решил. Ну ладно. Оу-оу-оу, Донни. Да, тут надо вот так делать, друзья. Так, Донателло, хорош дурачиться. Что бы нам там сделать-то с тобой? Я даже не знаю, ну, давай бомбанем вот этим вот лучом. Угу, молодец. Ты посмотри, а? Че делает? Ну давай, Майки, выручай нашу команду. Пробивным? Нет, давай просто вот так забомбим.
Пробивной удар нам еще понадобится. Так, ну что, вторая волна. Смотрим, что у нас тут. Надо брать провокацию. Я не собираюсь рисковать нашим Донателло, потому что он и так хлипенький, ватненький. Пускай он стоит под прикрытием Рафаэля. Дони, ну что это вот за удар метеорит? Я не понимаю, ребят, массовая атака, ну такой ничтожный удар. Прям хоть стой, хоть плачь, хоть падай. Не знаю. Так, ну этому крышка. И Рокстеди, я думаю, добьем все-таки. Да. И переходим на последнюю, третью, заключительную волну. Здесь, давай-ка я, наверное, сделаю ярость Рафа. С ней будет великолепен. Плюс критовку себе повысим. Мы тут забафаны с ног до головы. Посмотри. Просто отбафаны по полной программе. Так. Так. Окей. Ну, надо добивать уже Бакстера, чтобы он нам не мешал, как говорится, в будущем. Рафаэля, сдачи. Отлично. Так, Шрадеру тоже, пожалуйста, звездани. Угу. Так, Шархан. Смехотворно ты, конечно, ударил. Давай, Майки. Вертушка его. Тыч. Теперь сюрики. Замечательно. И остается Крис Брэдфорд. Тоже упал. Не устоял перед нашими атаками. Ну что, друзья, переходим на последний поединок. Там уже будет, скорее всего, 90 уровень. Нам хватит хоть. Ну, слушай, сыра хватает, и, как ты видишь, 90 уровень у наших противников. Блин, конечно, вот я думаю, может быть, все-таки убрать отсюда Донателло. Мы слишком просто рискуем, сильно оставляя его в этих битвах. Тут нам проще, наверное, делать... Хотя давай их так разбирать. Не буду я уклонение. Уклонение нам еще, скорее всего, пригодится на следующих волнах. Блин, а тут теперь, ну, правильно, они... Хотя я не скажу, что Донателло здесь самый слабый, но они все равно почему-то именно вот его стараются бомбануть. Он еще и заморожен при этом, при всем. Смотри, тут заблокировали, тут заморозили. Не припухли ли вы, сыночки, а? Я смотрю, вообще тут борзотой пахнет какой-то, а? Ты глянь. Да, борзотой, ладно, я сделал тогда уклонение. Будут попадать. Промахиваются, да? Не хочу тратить вертушку, друзья. Потрачу вот этот вот удар. Дальше. Давай сюрикены. Так, отлично. Ну-ка. Ну, этих хламонов желательно бы вообще, ребят, по полной программе дубасить. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому здесь я применяю массовую атаку от Леонардо. И то они устояли, прикинь. Этот берет провокацию. Кто у нас еще имеет массовую атаку? Блин, по-моему, больше никто. На данный момент никто не имеет массовой атаки. Оу. Чего? Оу, твою. Да как так-то? Я тут 1000 лет, друзья мои, не проигрывал, блин. И на тебе. Проиграл, упал у меня Лео. Это все вот этот остолоп своим кулаком прилетел и звезданул. Не надо было мне жадничать, надо было просто хильнуть нашу команду. Ну я, видишь, я думал, что защиту успеем поставить. Угу. Или, по крайней мере, на Рафаэля провокацию. Но я говорю, ребят, еще раз пожадничал. Теперь смотри, еще и пониженную атаку мне сделали, а? Вообще, что они себе представляют, что они себе позволяют? Фиг ты его пробьешь теперь. Когда он стоит, он... Друзья мои, в провокации он, конечно, вообще какой-то лютый чувак. Непробиваемый просто-напросто. Просто непробиваемый. Все, ушатали. Да, мы в меньшинстве. Причем в офигенном меньшинстве. Ну, надеюсь, мухи крышка, да? Надеюсь на это. Так, давай станцуем на уклонение. Рафаэль, дай-ка сдачи ему. Этому тоже. Этот как... Нет, я думал, он сейчас будет танцевать, но нет. Муха упала.
Ну, в принципе, можно начинать к разбору полетов. Допустим, так. Эй, да почему так слабо бьешь-то, не могу понять. Да, он даже не роняет их, прикинь. Сейчас еще Рафаэля потеряем. Вот будет великолепно, а. Давай-ка вот этого халабуду. Отлично. Так, Рокстеди это тут еще. Ну-ка. Что он будет? Нет, он горелку достал. Думал, будут разбег делать, но... Все, друзья, прошли, конечно, не без потерь. Леонардо, практически один из сильных этих бойцов наших, упал. Потому что Острозуб его ударил кулаком, ребят. И все. Ладно, у меня нету сыра переигрывать здесь. Я бы так бы обязательно, бы, наверное, переиграл все-таки на 3 звездочки. Ну что, приходим куда? В предметы. Заходим в магазин и смотрим. Да подожди ты. Да, берем. Друзья мои, 86 ДНК из 100. То есть все ближе и ближе мы подходим к тому, что у нас кожа головы скоро пропадется по полной программе. И переходим на турнирную арену. 48 позиция, как я уже говорил ранее. Лига мастеров, 1 звездочка. И 17-23. Ну что, здесь особо сильно не забалуем, поэтому не будем делать какие-то риски. Будем брать с собой определенную команду, в которой я буду на 100% уверен, что она здесь пройдет. То есть попробуем без фейлов пройти. Опять же, вся нагрузка ложится на Супер Шреддера. Ну, это, ребят, как говорится, неизбежно. Такая у него уж участь, извините. Для этого мы его растили, кормили, как говорится. Но вот то, что он сейчас вытворил, конечно, это не особо хорошо, ребят. Вообще не особо хорошо, потому что этот хиляет. А у меня-то команда, ты посмотри, я взял-то, ё-моё. Провокатор у меня есть, да, у меня железноголовый, ребята, провокатор. А сможет ли он здесь простоять? Так, ладно, возьмем доп. Защиту. Утю-тю-тю-тю. Что же делать? Надо Донателло в любом случае как-то уничтожать. Фиг ты его сейчас, что с ним сделаешь? Давай добьем уже тогда его. Тут у нас сейчас железно... Блин. Печаль, друзья. Огромная печаль. Я не знаю, если Супер Шреддер, конечно, успеет захилять команду, это будет хорошо. Если не успеет, то полетят наши головы здесь. Чертовой бабушки. Так, иммунитет. Ну, иммунитет надо было раньше вешать, сейчас-то фиг его вешать. Давай, ударь, 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 ударь. Дай ты. Он даже не может рук, кстати, пробить. Ты прикинь, он не может его пробить. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою налево, блин, провокация, потому что этого кончилось. Да что за. У меня слов нету, ребят. У меня просто нет. Я очень злой. Я очень злой и недоволен. Да какого лешего, блин, Супер Шреддер, ты. Сфуфлыжничал, вот скажи мне, а? Я на тебя так надеялся. Я думал, что, блин, ты сделаешь на них постепенный урон. Нифига он ничего не сделал. Нанес какой-то мизерный урон. Хотя уровень-то у врагов был какой там? 70. Какой у них был уровень? Урон. Урон, уровень 74-й, 75-й. Ты должен был их, ну, по крайней мере, хотя бы половину хп. Но, опять же, друзья мои, опять же повторю, Железноголовый не стал сразу ходить после... Супер Шреддера. Он не стал сразу ходить. Он отсиделся втихаря, в кустах. Из-за этого мы и потеряли бойца. И если бы он бы сразу бы после Супер Шреддера стал бы ходить, хотя бы ракетами бомбить бы, естественно, этот бы не захилял бы их всех. И они бы легли бы. Ну и Донателло, паршивец, все-таки успел хилинуть. Вот так вот надо было, вот так вот надо было сделать и там. Но нет, удача там нам, конечно, не улыбнулась в первом поединке. Поэтому так вот все кисло и получилось. Ладно, друзья мои, что мы уже машем кулаками после драки, как говорится, да? Что было, то было. Нам сейчас главное добраться до сёгунов, до мастеров 3 звезды. Но я что-то так смотрю, как мы ползем, как черепашки. Еле-еле-еле, мне кажется, нам и не светит здесь. Сегодня. Может быть, до Сёгуна, до Лиги Мастеров там мы дойдем, но мы топчик не возьмем. Очень медленно идет продвижение.
Ладно, ближе к концу будет видно. А завтра, а что завтра? А завтра у меня работа. Это получается воскресенье, понедельник, понедельник. Я даже не знаю, будет ли буст. Посмотрим, поживем, увидим. Так, ну эти ребята тут не жильцы. Мы тут быстренько что-то с ними как-то разобрались. Когда Супер Шреддер делает свой удар на ура, то есть вообще исключительно эксклюзивно, вот так вот я хотел сказать, то, конечно же, все враги падают в одночасье. Ни одного шанса у них нет. Но когда он начинает фейлить, причем на пустом месте, это немножко начинает раздражать. И ты думаешь, почему-то иногда он валит высокоуровневых бойцов с одной плюшки, а бывает, что слабоуровневых не может забомбить из двух. Рандом, друзья мои. Как ни крути. Это как я играю сейчас в растения против зомби-герои, да? У меня осталось там полтора уровня. Ну, то есть я в данный момент на 48 уровне. Получается, два этапа мне не хватает для того, чтобы получить легенду. Не знаю, может быть, сегодня или завтра. Нет, завтра я не получится. И сегодня уже поздно. В общем, в любом случае, до конца сезона я должен получить, друзья мои, высший ранг. По наградам, конечно, я не скажу, что мы получаем с вами лучшие какие-то награды или еще что-нибудь там. Ну, просто чисто для себя. И, опять же, проходим за кого? За зубастизилу, друзья мои. Я только ежедневки прохожу, а что-то не знаю. Мне поперла она, естественно, на хилах, поэтому разбор полетов там идет капитальный. И сейчас какая-то у меня апатия, я не знаю, с чем она связана. Я не могу, ребят, себе заставить сесть и записать видос по игре, понимаешь? Как будто, вот, знаешь, не то, что перегорел, а что-то так загрузился. И вот сегодня целый день провалялся с планшетом и даже не мог присесть. Вот сейчас, вот, извини меня, 9 часов вечера. Все-таки решил поиграть в черепашки. Уже планирую после черепашек пойти в Всадники Олуха, да, поиграть. Вот, а потом еще так подумал, блин, у меня же еще и на ПК там игры зависли. Думаю, ну как играть? Как успевать это все делать? Не знаю, ребят. Так, возьмем Крэнга и Зека. Крэнг и Зек. Ну что, давай-ка бросим, наверное, вот так вот. Потом сразу же шипы. И все, Зек и Шреддер ушатали. Красавчики. Просто молодцы, сработали на отлично. Так, ну что, 77-я у нас позиция. 17-23. Возьму Майки, Макмана, Усаги. Ну, короче, вот так вот я хочу сделать. Правда, врагов команда тоже 77 уровень. А максималка, насколько мы помним, 79, да? Так, ну что, Майки, давай, наверное, сделаем уклонение на всякий случай. С этими ребятами же тут шутить не приходится. Так, замечательно. Леонардо. Надо его как-то прибить. Ага, не вышло. А если вот так? Ураганчик от Макмана на добивке очень хорош. Я уже вам неоднократно говорил. Как если брать основной урон, он так себе, но на добивку именно вообще идет, заходит на ура. Так, 65-я позиция, и мы возьмем вот этого вот паренька, мужичка, короче, седа какого-то, сед, величать его. Возьму Армагона, я просто, видишь, не хотел тратить, потому что откатов очень мало. Очень мало, но у нас есть бабуле. Ну, это, то есть, деньги. Но факт в том, что тратить их не хочется, потому что мне нужны телепорты. В принципе, до работы завтра я могу поиграть. Кто мне помешает? Никто. Поиграть и, в принципе, выбиться в топ. С полточка. Опять же, проблема встать. Надо успеть встать до скольки? До 3 часов дня.
Уже в 3 часа дня, если не встанешь, то уже в 5 часов дня я уже совинчу на работу. Угу. Так, ну что, давай тогда возьмем, наверное, опять же Супер Шреддера. Тут как думаешь, вот получится вот сыграть одним Супер Шреддером, Крисом Брэдфордом, ну и остальных, естественно, ниже по уровню они идут. Сможем ли мы здесь вообще справиться? Если Шреддер, опять же, повесит на постепенку он всех, то да, но слэш, друзья мои. Пробить сможешь, Крис? Красавец, просто красавец. Так, ну тут еще знаешь, кто у нас? О, так, я и думал, что он не упадет, а? Пи, и мунку вешаешь? Ну давай. Тогда поехали. Руби. Не добил, да? А если так? На, ой. Давай массовый тогда. Шикарно. Тут у нас получилось. Двигаемся дальше. Так, местечко какое у нас будет? Наверное, 42-е. О, как я угадал. 42-е. Не, давай-ка мне 17-24. Не надо уже тут жмотиться. Вот, отлично. Так, я возьму, пожалуй, Ванюка. И, опять же, нашего Супер Шреддера. Ванек, Супер Шреддер и вот эти вот ребятушки 55 уровня. Угу. Погнали. Ну что это? И вот хорошо Ванька у нас тут на прикрытии стоит. Опять Супер Шреддер только на двоих повесил постепенку. Только на двоих. Причем, по-моему, Кирби стоял без постепенного урона. 31-я, да? 31-я позиция. Опять они мне не дают. Ну что ты будешь делать? Вот все время надо клянчить у них. Давайте мне 17-24. Хорош уже принижать ты здесь, а? Так, Армагуша, пойдешь ты. Пойдет Супер Шреддер. Раз, два, три. Вот такая. Ну, зато мы до Лиги Мастеров 3 звезды, наверное, сегодня все-таки доберемся. С горем пополам. Ага, вот. Это я называю, ребята, идеальный ход. Когда он вот так вот делает Супер Шреддер, когда на всех висит урон постепенный, уже как-то сразу спокойнее становится. Там уже думаешь, даже если Армагон бы, например, не стал бы ходить, они бы все равно сами упали. Ну что, 19 место. 17-24 ищем. Ну, как всегда, да? Ать, было. Было. Ну, вот тут тоже есть. Так, опять же, откаты, друзья мои, заканчиваются. Все. Последний откат у нас остается. Я не знаю, как мы тут отыграем. С одним Супер Шреддером вряд ли там что получится. Просто нас запинают. Просто запинают. Покупать откаты... Как особого желания нет, ребят. Я все-таки лучше куплю телепорты. Угу. Откаты завтра допройдем. Больше чем уверен. В себе как бы я не сомневаюсь. Так что... Блин, мы даже в Лигу Мастеров 3 звезды не добрались, прикинь. У нас есть как бы последняя попытка. Например, возьмем так. Видишь, нам никого не взять в противовес. То есть 77-79 это уже предел. 79 уровень это все, это максималка. Поэтому если сейчас Супер Шреддер буксанет, ну, слушай, ну в принципе очень даже неплохо он. Ребят, вообще отлично, если честно. Претензий никаких нету к Супер Шреддеру вот именно в данной катке. Он отработал вообще на ура. И откат, как говорится, мы с тобой последний потратили и... выиграли в этой битве. И, наверное, даже еще успеем зайти в Лигу Мастеров 3 звезды. Да? Так и получается 92-я позиция. Ну, конечно, завтра нас, скорее всего, сбросят. В этом я не сомневаюсь. Но вот здесь вот я, друзья, приобретаю вот 250 откатов. Сам понимаешь, без них, ну, никуда. Плюс еще вот здесь вот надо забрать. Раз, два, три. То есть мы сейчас быстренько с тобой просто пробежимся здесь на автобое.
сколько там у нас? 3, 4 или 5 волны. Ну, все равно, в любом случае, на изи пробегается это все. Первые, конечно, поединки проходят вообще на ура. Потому что 20-й, потом там какие 40-е уровни. В общем, как-то так. Ну, давай, давай, давай. Ну, и откатов, конечно, тоже не очень много. 4 эпизода здесь все будет. Так, ну что, поехали. Сейчас они ему лупанут. 40 уровень. Оу. Вот смотри, 40 уровень. Супер Шреддер сделал свой удар. Почему он его не смог пробить? Почему он его не смог пробить своим ударом? Это 100 уровень и 40. Он даже просто плюнул бы на него, тот должен рассыпаться. По логике вещей. Но нет. Железноголовый устоял. Причем с половиной здоровья. С половиной полосочки ХП. Да. Смотрим дальше. Поджарка не получилась. Так. Ну, Ванька хорошо бомбанул. Отлично. Ну и переходим на последний, судя по всему, заключительный поединок. Давай, 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 пролистывайся. Вот он, эпизод 4. Ну что? Ну, я тут своими ручками сыграю, хорошо, так уж и быть, уговорил. Блин, ребята, вам кажется, что мне голос как-то подсел, не? Что-то першит как-то, не к добру это все. Не простыть бы. А то у нас тут в последнее время жара, ребята, была. А сейчас на улице дождь, ливень, ветер холодный. Я под открытым окном лежу. На кроватке, у меня кровать напротив окна, и меня этим холодным ветром обдувает. Но когда ты весь горячий, как бы ты не замечаешь, да? А потом, когда хоп, а у тебя уже все, а ты уже простывший. Ну что, друзья мои, на сегодня, наверное, будем закругляться. Поиграли очень неплохо. Так, подожди, у нас есть, наверное, пиццы много, да? Ну как много, 27 штук. Давай-ка мы, наверное, нашему Кренгу-то потратим все это. Тем более здесь нужно найти два ноутбука каких-то. Два ноутбука. Но это не Дони, да, по-моему? Это просто ноутбук. Так, ноутбуки найдены. И... четыре пульта уже, к сожалению, не получится найти, потому что всего лишь одна попытка. И пицца кончилась. А вот уровень... А вот уровень я ему подниму до 92-го. Ну что, друзья, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!